вечером поздним шла с пирогами к бабуле родной. Встретила Ольга, сказав себе после, то лучше по лесу не бегать одной. Волки, волки, волки спрятались за елки, на вас были холки и зубами щелки. Волки, 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 лучше без вас волки не ходить за елки, если ты не волк. Волки находят заблудших овечек, их санитарами леса зовут. Лучше таким санитарам навстречу не попадаться, иначе капут. Волки, волки, волки спрятались за елки, навострили холки и зубами щелк. Волки, 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 лучше без вас волки не ходить за елки, если ты не волк. Волки, волки, волки спрятались за елки, навострили холки и зубами щелк. Волки, 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 лучше без вас волки не ходить за елки, если ты не волк. Меня выгнали с той беседки, сказали платно 500 рублей. А вот такой вот затерянный мир. Даже чаю не дали попить. Я здесь на стоянке стал, типа стоянка, туда-сюда. Вот дайте мне чай попить, мне будьте людьми хоть. Так что пью чай вот в машине. Всем привет!